Друзья, вы на канале Happy FM. И вы не представляете, вчера было 8 марта, и была только одна на капсулу с лол. А сегодня целых две вот таких вот капсулы. Вот одна вот такая была, потом сегодня я иду, пробираюсь, ветер меня уже сдувало. А вот. Я прихожу, а там в магазине две такие. Ну ладно, давай. Я открою, мне уже не терпится. Смотрите. Fabulous, да. Ой, тут уже пакет есть. О, вот, да, давай. Открывайся, давай. Вот так. О, вот, тут уже что-то есть такое. Что стоит, мне кажется, писать. Ой, тут открылось уже. Ничего себе. Ой, тут инструкция. Ой, сори. Ой, смотрите. Я видела, такая же на упаковке была. Надо открыть. Вот, давайте откроем. Первым этапом. Ой, ничего себе. Да у нее тут вот такой вот пластиковый костюмчик красивый. Ладно, вот мама мне уже помогает, давайте откроем, и вот. Ничего себе, какие мягкие волосы. И лицо совсем. Похоже, она очень любит рисовать. Мы тут откроем. Ай, ой. Ничего себе, нет. Двигается, ура. Это моя первая лол с такими волосами. Ну, смотрите, вот большие бигуди. Откроем и... О, тут бутылочка. Здорово. Смотрите, бутылочка, розовая крышка. И она тоже как наша девочка. С краской. Мне кажется, это мама Сплаттерс. Да. И мне тоже кажется, что это мама ее. Следующий пакет бывает. А лучше бигуди. Мы уже бигудишку начали. Ай, дойся. Открываем. И тут ее расчесочка. Ее можно расчесать. Красиво. Ну вот. Она очень красивая. Я причесанная. Вот. Ой. Опять. Вот наша маленькая колечка. Можно подшутить. Сказать, что в этих бигуди что-то есть, а он открывает. И... Всё. Мы открыли. И вот у нас уже вылетело это. О, вот. У нас такая вот. Что это? Носить можно. И вот еще. Можно поставить. Вот.
Так же, как у моей Фрилы. Такая вот есть. Следующая. Вот это ее платьишко красивое, пышное. И ее вешалочка. Давайте оденем ее. Она такая красивая. Причесанная. С бутылочкой. Вот. Ее вещички. Вот у нее тут такое красивое платье. И все в ее стиле. И бутылочка. И платьишко в стиле лица даже ее. У нее личко такое в стиле. Все. Она такая модная. Следующее. Бантик. Ничего себе, какой он красивый. Давай. Он тоже в ее стиле. Вот. Смотрите. В ее стиле. Бантик. С краской. Вот. Наша красивая. О, у нее тут сапожки. Вот. Сапожки. Бантик. Вот, наша хорошенькая куколка. Как? Нет, такая вот заколочка. Смотрите, вот наша. Хорошая. Да, это я. Смотрите. И вот наша. Ой, да, она самая красивая. Да. Смотрите, вот и наша хорошая. Она меняет цвет. Сплаттерс! Это мама Сплаттерс! Ничего себе поворот! Вот наша хорошенькая. Сплаттерс. Мамаша. А вот тут зона отдыха. Тут уже давайте сюда наш хорошенький сплаттерс. Ее сюда посадим. Теперь она может отдыхать. Вот тут зеркало. Ей еще наш вот бантик и все. Теперь хорошо. Ну что ж. А в следующем видео я покажу, как она будет знакомиться с нашей Фрилой, Черри и увидит свою малышечку. Пока. А Фрила станет ее тетей. Ладно, пока.